Добрый день. Сейчас для вас в Арабских Эмиратах. Отель, который мы будем инспектировать, Coral Beach. 427. Судя по всему, это типа стандарт. Ванная комната. Здесь есть ванна, душ, плитка. Тут где-то еще есть. Сейф. Весы, халаты. Покрытие здесь ламинат. LCD-телевизор. Два кресла, столик, кондиционер центральный, балкона нет. Тапочки, видите. И приветственная надпись. У них есть два вида. Один вид на город, вот он. А с другой стороны на море находится. Сейчас вам покажу. Вот второй тип номера. Напротив он находится. И вот я хотел вам вид показать. Смотрите, здесь вид на территорию, на бассейн и на море. Ой, чайный уголок забыл еще вам показать. Coral Beach. Ресепшн отеля. Не успел я посниматься. Главный ресторан работает на трехразовом питании. HB, BB, full board. Можно менять завтрак, обеды и ужины местами. Нам дают достаточно много информации, я ее не озвучиваю, потому что все это может меняться от сезона к сезону и месяца к месяцу. Поэтому, если вам интересна актуальная информация, связывайтесь с нашими менеджерами, мы вам все расскажем. Бассейн, территория отеля, зеленая, здесь пальмы. Здесь нету спиртного, это Шарджа регион, поэтому есть ограничения на алкоголь. Отель планирует реновацию полную, будут обновлять номера. Все номера такие, как мы с вами видели. Два вида у них только на город и на море. Все, больше ничем не отличаются. Хочу вам пляж показать. А вот отель. Также у них есть трансфер до Дубай Молла. Возят также в Рассельхайм, наверное, или в Аджман. Куда-то тут еще возят у них дополнительно. Это бесплатно все. Но это все может опять-таки поменяться. Еще один бассейн. И вот он пляж. Закрыт волнорезами. Это круто. Песчаный. Песок беленький. Здесь клево. Смотрите, какая красота, как красиво. Вот она вся территория отеля. Знаете, хороший отель, мне нравится по ощущениям. Конечно же, мы в нем очень мало находились, но достаточно комфортно в нем сейчас. Если вам нравится видео, подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите на отдых, оставляйте вашу заявку. Наш сайт viking.by, и мы организуем ваш отдых.